Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Рина. Здравствуйте! Как вы знаете, я живу на острове Пхукет и довольно часто путешествую по Таиланду и другим странам Юго-Восточной Азии. С сегодняшнего дня я начинаю новую рубрику «Советы путешественникам», где буду делиться своим опытом и некоторыми секретами. И не только по Таиланду. Скоро Новый год, и многие из вас задаются вопросом, когда же выгоднее покупать билеты на самолет. Стоимость перелетов зависит от огромного количества факторов. Какую-то одну причину назвать невозможно. Здесь и спрос, и курсы валют, и различные очень сложные схемы, формулы авиакомпаний. Бывает, что за пару-тройку недель до Нового года авиакомпании внезапно сбрасывают цены на свои билеты. Логику понять довольно трудно. Я хочу поделиться с вами новым и очень удобным сервисом от компании Aviasales, где представлена статистика по изменениям цен на билеты в предновогодние месяцы прошлого года. Конечно, никто не гарантирует, что в этом году ситуация повторится, но хоть какие-то выводы о том, когда выгоднее приобретать билет, вы можете сделать уже сегодня. Заходим на официальный сайт, все ссылки я вам оставлю внизу под видео в описании. Выбираем направление Москва-Бангкок и смотрим график изменения цен на перелеты в период с 25 декабря по 10 января. Видно, что самая выгодная стоимость была еще в конце сентября. Затем недорогой билет можно было купить и в конце октября. Дальше цены только росли. Ну и сейчас можно сделать вывод, что вероятность скидок минимальна. Посмотрим для сравнения направление Москва-Пхукет. Здесь ситуация была неоднозначной. Самый выгодный тариф был в конце октября. А затем появился шанс поймать скидки на билеты даже в середине декабря. Поэтому в этом году непременно нужно подписаться на направление, чтобы не пропустить самые выгодные цены на билеты. Посмотрим прошлогоднюю динамику цен на билеты в Европу, например, в Рим. Сразу видно, что с этим направлением сейчас можно подождать и подписаться на рассылку, чтобы первым узнать о самых недорогих билетах. Или возьмем Нью-Йорк. В прошлом декабре, за несколько дней до Нового года, можно было поймать билеты по самой выгодной стоимости. Теперь и у вас есть замечательный помощник для поиска билетов на Новый год от компании Aviasales. Достаточно ввести город вылета и город прилета и получить точный график по изменениям цен в предновогодний период. На этой же странице вы найдете информацию по отелям, какой процент свободных номеров остался в том или ином регионе, и сможете сделать свои выводы, стоит ли торопиться с бронированием или можно еще подождать. Надеюсь, мой совет поможет вам в будущем. Оставляйте свои вопросы и комментарии. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, чтобы узнать больше полезных советов для путешественников. Спасибо вам за просмотр! Приезжайте в Таиланд на Новый год! Всем чао!